А ты сказал, 5 лет тому назад у тебя все нормально было? Я. А до этого кем работал? Кто? Прорабом. А, учился-то я, спецназовщик ЧПУ. ПТУ? ЧПУ. Учебно-программное управление в станке. Практику проходил в кубинных лопатках. И давай. Не дают ни хрена. Ты опоздал. Олег, я тебя под лицом назвал. Ну быстро заходи. Ну да, слишком много было магазинов рядом, понимаешь? Понимаешь? Ты вообще понимаешь? Так, Олежка, клади сразу вот кофе, вот сахар, вот кипяток. Пока еще вот только закипел. Ну давай я тебе, сколько тебе ложек? Кофе, сколько песку? Больше? Нет. Ну смотри. Две. Чтоб потом разговора не было. Спасибо. Ладно, Вася. Вот. Они паутины по углам. Вон там паутины по углам, наверное, всякие. Так, ладно, Вася. Я даже отлил вот так, бутылку, чтобы... Слишком очень много было уксуса. Я даже отлил вот так, бутылку, чтобы... Белые ночи. Почитал? А если бы вот сейчас он как-то воплотился, дух или дух, вот прошел по нашей, по нашему городу, и ты знаешь, я подумал так, всякие задние мысли, заснул тут же. И вдруг мне снится сон. А вы там знаете, какие-то странные ночи во сне такое бывает. То мне кажется, что я в нем его глазами смотрю. То я как-то отдельно. Ну бывает же, блядь. Его умора. Столько мы обошли. Чуть ли не весь Питер, бля. Где только не были мы. Это было так здорово. Угаки, голодница. Во, а где мой-то будет, корешник? Вот он, молодец, пришел. Вот как писать водила. На
ножки да ножки в горчик. Эх, яблочко, да сок смелого, полюбила я парня смелого. Эх, яблочко, да света красного, пойду за сокола, пойду за ясного. Пойду за сокола, пойду за ясного. Не за Ленина, да не за Троцкого, а за матросика Краснофлотского. Там фотографии у стенки, еще моложе. Это 70-е годы, да. Как она меня нарисовала в Тобольске со стенкой. У нее есть так, страсть, так сказать, рисовать, она любила. И получалось, что не получалось. Она и живописью, то есть она и красками владела. И карандашом. Иврит узнал. Выучил за год иврит. Он как раз ему в 91-м году 18 лет исполнялось. Он январский. И чтобы армию сбежать советскую, русскую, так сказать. Ну, естественно, я, чтобы буду мешать, я, пожалуйста, что же делать? Отпустил без выкупа. Так он уже, как я узнал, 4 девочек родил, может быть, уже больше, фиг знает, потому что уже почти 4 года никакого, так сказать, сигналов от него. У меня фотография есть от венчания, джиадисты, знаешь, ему нельзя общаться, так сказать, со мной, так вот через оказию. А сидел-то ты за что? Ой, за кражу. За участие в краже? Да, а вы знаете, что украли? 2 сковородки. Ой, серьезно? А она там до полка говорила, написала. План выполняю. Да я не знаю, кому это в голову пришло. И за 2 сколько дали за это? 2,5. Возвели. Обалдеть. И мне впаяли по самой, я еще на себя взял, но зачем мне глупоуха нужна? А мать, отец где? Мать умерла в 98-м, отец в 81-м. Сейчас еще сестра в больнице сама, а и чего? Вот, живу на улице, люди помогают, спасибо большое. Вообще, я никогда не думал, что у нас в Питере такие добрые люди есть. Это, ну, есть, конечно, и злые. Еще какие злые есть. В основном добрые. Ну, как-то они вот, ну, все могут там, ну, кто чем. Ну, как бы мне из-за этого, как бы легче живется. Может, нога заживет. Thank you.
почему мне-то это приснилось? Может быть, кому-нибудь еще? И говорит, ну я не слышал. Слух не дошел. И вот, и в то же время все старые какие-то картинки. Он оказался именно как бы в своем времени. Он видел, да, я видел современные картинки. Ну, знаешь, бомжей, понимаешь, или этих самых. Вроде это давно знакомое было. И в то же время какая-то в него боль внутренняя была, что неужели все так же? Неужели все то же? То есть какая-то печаль в нем чувствовалась, глубинная печаль какая-то о том, что он видит это. Такое безобразие это. Я уже сжился с этим, а вот у него, через него мне как-то передалось, в общем-то, действительно, думаю, ёб твою мать, как мы еще живем, блядь, когда мы станем не дикарями, не туземцами, блядь. Это жуть, конечно, дружение. Что-то он еще что-то сказал, конечно, хорошее, но я не помню. Не проснуться и все. И вот пока-то не помню, на чем закончился сон-то. Закончится он ровно в 0 часов 0 минут, а я хочу вам напомнить, что...